Мы с тебе с собой тут есть Элен. Ты уже забирал один. Тебе надо токен, ты же фул. Что? Тебе надо токен. Но это не важно, я говорю, ты забирал один токен. Там же правило, один токен в рейде. Просил, тебе надо токен, если надо, я отдам. Ну, мне надо, я бы не ролил, если мне надо было. Ну, может быть, я не знаю, кто там следующий. Где мой Джерри? Он тебя не слышно, если ты что-то там базаришь. Пока что. Что вы затравили пацана, теперь все офнулся. Навсегда. Ну так-то он с собой в рейд зашел. Да, если честно, я не понимаю, зачем брать человека с этого, ну типа... Солчата, если в гильдии онлайн есть, короче. Блин, что я хотел? О, кстати, на Симзе первый йоптер. Кто ряд будет собирать? Не знаю.
Можете, пожалуйста. Там вот этот ДК Брутелло, ты шаришь, как лича танчить? Ну, чтобы он сейчас не оставлял ловушки перед мордой. Я-то отбегу, короче, но за остальных я не уверен. Просто судя по тому, как он водил профа, он меня беспокоит. Здесь еще мишка есть. Как мы профи готовим? ДЦ, ты диспелишь чуму, ты в курсе? Он ДЦ есть? Он не в пятой, да? Не, нельзя. А чё, мы 5 хилов или чё там? Да. Ну, 5 хилов, то что надо. Неужели прибыли наконец? Мне кажется, аркона лишнего. Можно было бы поднажить. Спек, меньшин, спекайся в этого, в ШП. Шаманы подиспелят чуму. Длинноухий сможешь подиспелить чуму? Меньшин, спекайся в ШП. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что... РДД в квадрате, в звезде Америки в квадрате. Отлично. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Я все просто стану. Послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Че, погнали? Смотрим. До Америки стоим. А, секунду. А, ман какой-то, не вижу ник. Курыч. До Америков тоже проводи. Ближе к квадрату их проводи. Тонь. Мелики пробежали в квадрат. Кастует, стоим в квадрате. Меньшун, чума. Спал. По-моему, с себя диспелить аркона. Подавай меньшуна на танке, ловушка в квадрат. Да, милики, стоим. Он смотрит. Чума. Пел. Смотрим. РДД, милики, стоим. Смотрим, сейчас ловушка будет. Бейте, босса не бейте, не бейте.
РДД все, все идем на край. На край, давайте, милики, ближе к РДД, пал на край. Милики, идите. Все идем на край. Тотем, блин, на ухи и Миншун гимн на ману читаешь. Рез и Белина, Мазур. Я сейчас. Рез. Шипа, помогите. Эти. Ду. Объем. Блядь, сука, Пурыч, ты гандон или чё? Машин игрока. Квадрат. Пурыч, ты нихуя не ролишь с лича, заебал, блядь. Ты да, давайте духа, встали все в квадрат. Я кошки стану. Диплом квадрате три ромбика, Белин трусы. Стан по трусам, по ромбу. А притвориться. Геру шаман. Хватит плеча поставьте, ханты. Вернение идет вправо, рейд идет влево. Без. Как в начале давал. Я не накрою. Килича еще. Анда все отстали, речь. Тут два маски, не, не, не стоим. Я. Смотрю. Все три. Кустан. Кубик, гнев небес. И треугольник тоже. Не было. Квадрат. Каток, ханты, почему вы, охотники, стоите в жопе, когда Вали появляется, мы выпускаем через вас Валькирию? Ну что это за хуйня, Лампуа? Да я делаю... Делаешь, подошла, не дамажишь 5 секунд, чтобы Вали нормально схватили. Бьем двух Вали. Объем. Ну так и стой. Так и стой, никуда не веди. Вернее. В небес повалим, дадите. На край все речь. На край, на край, на край. Теперь с роли читай гимн на ману и дайте это там.
бьем. Шабат духа бьем. Сфера, помогите. Что побейте сферу. Пурыч, вот это прикол. Офигеть. Чебурка, похоже, вообще. Кикни его, Дусь. Давай. Сейчас все будем убивать. Давайте все крест. Сфера. Отличный срыв, агро. Захильте сразу, дайте чашку какую-то. Квадрат все стали. Квадрат. Гейт, ты встанешь сам? Насчет БРФП ему пишите его в аркане. Угу. Мы и так убьем, пока ничего не надо, БР. Через 8 секунд залью. Че через 8 секунд? Лучше Гекаде. Гекаде компрессор. Короче, РДД, бейте духа, мили Килича. Объем все теперь. Хлопай. Что все со сквернением? Сука, не прыгай. Квадрате бегаем. Кому там лужа не нравится, а? Тут стоим. Теперь за угол. Все, выходит. Лича бьем. Вернее, не осуществляйте. Где на другой край? Квадрат. Ставим квадрат. Бля! Вы пришли, чтобы вершить суд над Артасом, чтобы уничтожить короля Лича. Вы не должны оказаться. Пишет БР, блядь. Иначе, как и я, будете навек пропущены этим проклятым. Пишет Киру сейчас. Ну,
А как он умер вообще? Он не зиме. Зиме вот. Мазур умер. Бермет у меня есть. Варкона может поднять кого-то. А, поднимай Мазура, это сама. Мы тоже уже откатили. Есть ли нормально? Я тебе передамажил. Бля, я был в банке. Встань ты, передамажил. Ну, хоть где-то порадоваться. А? Ну, в двух банках летел, бля. Лол. Я бил тебя, разбивал. Ну, в три вальки размаха молодечил. Ну, как? Это чтоб тебя разбить. Чтоб ты был третий по ДПС. Ну там в этот в лича меньше, чем у меня забито. Выходим. Если у вас там БР есть, можете еще кого-то поднять. Да нет, подъем. ДК уже не води, стой на месте, не крути, не дергай. Смотри, на версе тебя вогнал. Да, там накропали. Ну я говорю, я в трех валькирах летел, типа. Если бы не летал, он был бы первый. Ну ты видел, я шел, ну там, я на второй фазе после первых валик, Дима стал первый. Я его опять обогнал, ну, меня вальки разбили. Я его обогнал второй раз, когда уже валька хапнула, ну. Что движет вами? Покажите чистый дамаг у лича, пожалуйста. На второй. Ты отлично их обучил, Фордрин. Ты привел сюда лучших воинов, которых знал мир. Ой, я 18-й, прикольно. Ты с Джерри, ну что, нормально для чекают по дамажу? Наградить за этот небой. Ну, это учитывая, что я не старался особо, ну, вальки не хватало нормально. Я, короче, этот самый. Ну, вторых вальках как летел, понял. Уже был в трусах, знаешь, на краю. И беру лича, ну, лич как раз на краю стоит, я беру лича в таргет, знаешь, чтобы сделать перехват, если что, понял? Типа если отпустит, чтобы сразу чаржнуться. Но за каналы разбили еще на платформе. Не, раньше было круто, вот когда вары возвращались, прям так драйвово было за них играть. Ну да, типа, ты помнишь, ну, когда я учил вас. У нас протопал всегда бегал, ловил ванов. Ты, кстати, вот когда первые целканы убили лича, тогда первый рейд мы вернулись с ним, а во втором рейде или в третьем я уже коня сроил, короче, своего первого, 108 был. Кстати, а вот этот вар мой, которого ты кинул на коня, по сегодняшний день не имеет коня, так что войд. При мне коней не вспоминать, понял? Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни!
Ну, кстати, блин, вот, ну, первые 6 слотов вообще так оторвались от всех остальных. Нехило, я скажу. Суслятина накидал 19 кусков. Нормально вообще. Вот он время будет стримить, а не будет. Прилифтили нас хорошие пухи. Кали пухи. Пухи прыгали. Ну, Димон, давай коня. Ну, раньше я, короче... Да, все концов слышу. Раньше за кота играл, короче, отдавал 13-14 вот на луче. Ну, вот где-то как диплом. Между дипломом и Second Sox, вот на, это, на этих местах был парик. Okay. Сейчас что-то прям неплохо только стал давать. Это понятно будет. Ну, валик же надо бить. Ну так я так и играю. Это же профит, ну это важно. Это для того и есть, как Хадлона, ну, трэш зашел, так и здесь валик. Тут ОДК только за счет того, что верхних валик. Мор вот этот стреляет. Насчет мага не знаю. Там поменьше. Чё, конь? Я сейчас аккаунт смотрю, активности смотрю. Ну да, он мой. Че, ты за роль? Да, 98. Ну, красава, я тебе только что рассказал про историю, как я 98 кинул в твоем рейде. Ну теперь ты кинул. Да, но после того, как ты в моем рейде кинул 98, нес коня, ты еще меня кинул потом.